сегодня 15 мая, и наконец-то всем разрешили снять маски. Кроме этого, ряд послаблений, то есть открытие кафешек на улице и прочее, прочее, прочее. И сегодня мы весь его обходим. Ну вот мы и внутри. Тем, которые стоят на поверхности планеты, выдаются, что оборот короче. Перевернутый маяк Фуко. Ну, короче, это та же хрень, только перевернутая. Вид сбоку. Так, склепик. Камушки. Камушки. Всякие камушки. Образцы минералов. Красотища. 9 злотых. От ковида прививка. Да нет, от ручек шариковая. Кружечки. Так, чтобы они на месте крутились. Чтобы что? На месте крутились. А-а-а. Ну. Короче, это очень трудно. Это слишком сложно. До свидания. Это слишком сложно. Понравилось? Да, я очень хорошо ценилась класс. А говорит для детей. Ага. А это что? Короче, я не знаю, что это такое. Молодец.
он маленький тебе. Тебе вот на этот надо. Ну-ка. Раз, с другого особо осторожнее потяните за шнурки и мыло. Блоны. Блон. Ну давай попробуем. Че нет-то? И все? Ну и чё, вот он. Надо теперь дунуть. Баллада. Рекордичный голос, пожалуй. Умел się sprytnie wymigać. Dla biologicznej odnowy. W mroku niskim pasem uczeć. Wściekła poranna kocica. Tam czy na gdzie młodź drzegnięta. Rycerska mężna prawica. Nocą zaś mara zaklęta. Nędzna dola marze gręcza. Padać na szkoda plotek. Robocizny odkwy gracza. W bezkresach ziemskich kartotek. Wszystko. Dziękuję bardzo. No скажи, ty chodził w muzykalną szkołę раньше? Cicho, ty co творишь? Puści was русских w muzei w normalny. Блять, все сломают. Ух ты. Я не знаю, что там это написано. Ухватить одной ладонью за металловый обруч. Нет, твой товарищ. Целый. Блин, отшимать. Держать, короче. Другой деликатнее. Держь. Ты горами. Чего? Клуб нос. Все же стало. Звеньки можешь изменить, а? Так. И что тут такое? И что тут есть? Мозг подчас работает. Ну и чё? Чё тут? Короче, я не знаю, что это такое кнопка. А? Гендер, мужик, ID 100, 700, 700, короче, что там, 89, uptime, 23, 24, что-то пошло время. В основном счастлив, в основном я счастлив. Ай, ну ты посмотри, я не знаю. Вон, видишь, у меня красная полоска, в основном счастлив. Ну, тоже счастливый, а ты больше счастливый, чем я. Но сколько тут всего-то? Тут самые роботы играют. Вот это самые лучшие игрушки, которые я видел.
Короче, оно что-то само так. Что-то так само играет, играет. Пук-пук-пук-пук. Там по одной лягушке сидят. Да, пук-пук это тук-тук по-польски. Я Тесла. С Теслы играешь? Да-да-да. Дети, потрите, ебанит. А не ебанет. Не ебанет. Кто сказал не ебанет? Где Москва? Ищи Москву. Я сейчас а, лов... магнит, магнит. Я сейчас тут гвоздь вобью. Пойдем. Вот еще какая-то штука, смотри. Вау. Но это изменение, короче, магнитного поля. У кого? М? У кого? Шайтан машина. Таблетка ржадности. Надо больше таблетки. Не, ну слушай, нормальность, а гончар получится. Охереть. Короче, я курить хочу. Уйди.
Какая ртуть. Радиация. Ну, в смысле, это вот радиоактивные эти стреляют. Камера Вильсона. Налили мыльную воду. Вот. Ну-ка. Поддай жару. Хреновина какая. Так что кидай аккуратнее. Короче, 115. Или что? Ну да. Ну да. Ты что творишь? А ты перекатывайся туда. Чего я сам? А то все йоги, шарлатаны. Пойдем. Почувствовать себя инвалидом. Твои результаты. Выник дня. Так. Нажми старт и наблюдай загорающиеся лампки.
нажимай кнопки той самой последовательности, в которой загорались эти лампки. Как долго тебе удалось продержаться? Все. Километр. Ну-ка. Уже 7. Ну сейчас раздавишь и хуям эту штуку. 19. А что тут двумя-то? У меня нельзя. 19 у тебя было. У меня сейчас вообще копейки будут. У меня аж палец. Давай другой рукой. А что другой? Ну, правый. А это типа подросток. А это вот типа, ну, такой себе парень, короче. А? Ну, ну-ка. Стронгмен. Стронгмен. Да ну нахуй. Чемпион. Печень куда деть? Печень. Все. На выброс. Печень на выброс. О, зеркало. Ой. А что тут? Что-то. Ну. Привет подписчикам. Что ты делаешь тут? Черную кошку? Расстрашиваю. Ну и еще такие же. О-хо-хо. А тут сам рисую, вставляй. Видно или не видно? Погодь. Я не думал, что они такие большие. Вон какие монстры. Короче, я знаю, сегодня надо купить креветок к пиву. Thank you.
вирус и вредился. Пипец. Я думаю, это оно же. Секвойя. Сколько там в перечнике? 1,7 метра в перечнике. 900 лет. Вот так вот. Тут еще много чего интересного есть. Лаборатория химичная с расписанием занятий. Вот сегодня она закрыта. Лаборатория биологична. Это 24-го, что ли? Ну что, походили, побродили мы с вами по Центру науки Коперника. Как вы уже все видели, там не только детишки, но и люди разных, скажем так, поколений. Выставка очень интересная. Сами видели, охватывает многие разделы физики, биологии, химии. Есть куда потыкать, есть что покрутить. Мы в восторге. Вот. Будет возможность, заходите. Еще, если вы заметили, начиналась выставка с велосипедных стендов. И, наверное, у всех возник вопрос, как так, вроде вы там на велосипедах там, и так далее, а вот что-то пропустили. Вот, это мы оставили на вторую часть, чтобы не затягивать, скажем так, эфирное время. Велосипедов там куча, различных времен, различных конструкций. Обалденно. Наверное, это самая большая экспозиция из этого музея. Руками трогать нельзя. Руками нельзя трогать, вообще, да. Садиться тоже нельзя. Это отдельные узлы какие-то. Ну и, к сожалению, не успели мы посетить сад на крыше и библиотеки Центра науки Коперника и на самом центре Коперника. Но мы туда, естественно, вернемся. А за сим ждите вторую серию. Всем пока. Пока.